Офигеть, у него одного глаза нету, зубы выбиты, он весь грязный, что происходит? У нас в прошлый раз был FNAF 1, а это FNAF 2, ребята, мы реально играем во FNAF 2 с помощью лазера и Бонни из шариков, чего? Привет! Мы продолжаем проходить FNAF Hellfont 2, и сегодня мы с тобой отправимся на дискотеку к сломанному диджею Music Man. Наверняка будет реально круто и интересно, и музыкально, поэтому скорее ставь свой лайк. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy. Сразу погнали играть! Я тут подумал, что давненько мы с вами не заглядывали к диджею Music Man и не тусили с ним под классные треки. Давайте, наверное, раз уж мы почти все режимы уже прошли с вами, все-таки заглянем к Music Man. И послушаем, что он там из новиночек нам может предложить. Поэтому будет интересно. Чего? Он сломанный будет? А, ну да, тут же все аниматроники сломанные. Это будет интересно. Сломанного мюзикмена мы еще не видели. Так. Локация та же самая, только заброшенная. Фотик. Класс. У нас новая крутилка и аккумулятор. У нас будет что-то дополнительное, походу. Че, давайте разбудим его? Проснись, Music Man! Офигеть, у него одного глаза нету, зубы выбиты, он весь грязный, что происходит? Жестко. Не надо меня жрать, пожалуйста. Как же это крипово выглядит, ребят, вы бы знали. Так, у нас появились машинки. Так, все синее, радуга, робот машинки. Я запомнил. Смотри, все синее, радуги. Так, робот сначала, робот. Машинки. Так, подожди, а чё их так много-то? Со всех сторон лезут эти мини-мюзикмены. Это, если честно, было жутко. Я надеюсь, ты одобришь мой трек. Спасибо. Ну, а мне лайк поставил, ребят. И вы мне лайк поставьте. Так, фона нет, какие-то столбы, радуга, курица и карп. Да ё-моё, мюзикмены. Спокойно. Да они по двое вылазят. Они знаешь, кого мне напоминают? Хагусов-фагусов, которые тоже из этих же труб вылазят. Да ё-моё. Я сделал. Я сделал, это победная катка, по-любому. Да? Фоди, кстати, какой-то покоцанный тоже. Отлично. Чё, следующий трек давай. Следующий трек у нас уже посложнее. Ну там, на самом деле, всё... Да ё-моё, по двое лезут. По двое лезут и по трое лезут. Это капец какой-то. Они решили меня реально взять толпой. Вроде так. Я надеюсь, что прокатит. И ты меня не убьешь? Да? Спасибо! Какой ты добрый сегодня, Music Man. Так. Следующий трек. Это предпоследний, кстати. Ну все синее, в принципе. И чика синяя. Только тачки розовые. Это легко. Когда он по цветам... Да ё-моё, по цветам реально легко собирать. И синий фон, синий фон. Да ё-моё, Music Man, вы задрали. И тачки розовые, вот. Music Man уже третий раз ко мне на стол запрыгивает, сколько можно. Я выиграл? Скажи мне, пожалуйста, что я выиграл. Спасибо. Мне кажется, здесь если хоть одна ошибка будет, это сразу смерть, поэтому не... Ой-ой-ой, опять все синее, только красные планеты. Красные планеты, зеленые тачки. Но по цветам легко запоминается, на самом деле. Но эта игра на память, по идее, но она очень легкая. Казалось бы, да, третий уровень. Music Man, и, в принципе, легко. Готово! Это была последняя. Может, фотик свой забрать? Он мне больше не нужен. Забери фотик. Так говорю, забери фотик. Еее, туза с Music Man. Это класс. Кто не верит, тому в глаз. Ну что нам дадут за это? Нам за это дали. Сломанного Music Man. В смысле? Он же на сцену еле помещается. Он теперь еще и сломанный будет на сцене валяться. Надо на это посмотреть. Ребят, сломанный Music Man на всю сцену. Сломанный Music Man на всю сцену. Вот этого нам не хватало. Вот это я понимаю. Блин, так он прикольно выглядит на самом деле. Ладно. Фу, блин, давайте посмотрим еще какой-нибудь режим. Нам осталось-то совсем чуть-чуть. Мы уже с вами почти все прошли. Наверное, время пострелять.
время пострелять, потому что все-таки, как бы, а че бы и нет? Это что же надо проходить? Так, у нас появились теперь с других сторон можно стрелять, слева и справа. Это будет интересно. Слева и справа шторки. Ну давайте попробуем, я надеюсь, у нас получится все это сделать, потому что лично я не уверен. Потому что с каждым разом это становится все сложнее и сложнее. Ну поехали. Ну, поехали. Там марионетка что-то делает. Смотри, она закрыла нам доступ. О, мини-игры, смотрите. Пацаны из мини-игр. Так, ну это шары нужны. Шары нужны. Быстренько сейчас покидаем все это дело. Ага. О! Пошла вон. Плюш бэби вообще офигела. Не попал. Да, блин, не попал. А что ты все закрыл-то мне? Ты дурак? О! Подожди. А, это... У нас в прошлый раз был FNAF 1, а это FNAF 2. Ребята, мы реально играем во FNAF 2 с помощью лазера и Бонни из шариков. Чего? Бонни... Блин, прикольно это сделали. Бонни из шариков, ребят. Смотрите. Лопаем все, лопаем шары. Так, заводим марионетку. Блин, то есть мы реально проходим FNAF 2 при помощи всяких пушек. Блин, прикольно сделано, мне нравится. Эй, так, спокойно, спокойно. Нас еще и кошмарят эти, плюш бэйби. Фокси пришел. Так, шары, 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 быстрее. Кидаем Фокси. Кидаем Фокси. Так, я ему оторвал голову, блин, ими. Плюш бэйби чуть меня не убила сейчас. Офигеть. Так, попробуем добить Фокси. Ладно, он уже еще исчез. Так. Главное не забывать про плюш бэйби. Вроде вентиляции никого. Заводим. В смысле, скримак? Фантайм Фред, ты офигел? Откуда ты вылез вообще? Главное заводить марионетку. Мне кажется, если марионетку мы не заведем, она нас убьет, потому что там мои руки. Опа! А это у нас Марвел из шариков. Прикольно, прикольно, прикольно. Чисто развалили Марвел из шариков. А, тихо, марионетка, марионетка, заводим, заводим, заводим. Ага, еще заводим. Главное завести ее до конца. Эй! Капец, плюш бэби, ты чё? Так, Чика пришла. Чика пришла! И кекс принесла! Офигеть! А чё один кекс так мало-то? Могла бы сама прийти. Так, плюш бэби. В центре никого нет. Отлично. Марионетка. Опа! Бонни пришел. Бонни, офигеть, какой он упоротый! Бонни из шариков! Жесть какая! Блин, я теперь хочу такого же Бонни себе из шариков портала. Аккуратно. Аккуратно. А это долго мне так выживать-то, ё-моё? У меня уже там 12 тысяч. Сколько можно? Я уже устал стрелять в разные... Балунбой. Балунбой пришел. Башкашар. Вот теперь он реально Балунбой, ребят. Потому что он сделал был из шариков. Так. Главное не пропустить этих плюш бэйби. Иначе это сразу скример. А, все. 13200, ребят. Но это, мне кажется, жесткий рекорд. На тебе шарик. Фу. Это было напряжно, ребят. Но было прикольно. Так, что нам могут дать сейчас? Я даже не знаю. А... И там у нас. Да ладно. Нам дали этот пистолет, офигеть, а мы же теперь можем лопнуть шарики, которые у нас в хабе, ну-ка. Что там опять поменялось? Сообщение? Какое? О! Чего? Эта марионетка держит ракету, ребят. А я видел ракету в этой мини-игре. Офигеть, это, наверное, какая-то подсказка еще одна очередная, ладно. Надеюсь, дадут ачивку. Надеюсь, за лопание шаров дадут ачивку. Не дали ачивку. Да это нечестно! Блин, ачивку не дали. Обидно сейчас было, кстати. Эх, сегодня без ачивочки, ребят. У нас почему-то последний уровень закрыт. Это очень странно. Ну, я так понимаю, мы почти все прошли. Sister Location у нас один остался. Ну, давайте газировку попьем. Раз уж газировка осталась, давайте ее попьем. Чё бы и нет. Это, я так понимаю, финальный уровень с газировкой.
И он будет самым сложным. Это что такое? Это что такое? Где это? Какой-то странный голос. Это довольно жутко, если честно. Ой, все. Типа это мне объяснили задание, но я ничего не понял. Тут опять какая-то... В смысле роботы теперь... Роботы теперь покоцанные? Капец, как много сахара. И чё ты встал? Я не понимаю, ты меня хочешь убить? Эй. В смысле заказ? Я не хочу, у меня своих заказов много. Три соли. У меня есть три соли, тебе повезло. Тебе просто повезло. Скажи спасибо. Капец, тут все ломается. Тут все ломается, ребята. Долбанная газировка. Смотрите, все сломано. Я не могу успеть это все сделать. Блин, кофе не хватает. Кофе хватает, почти. У нас соли нет, ребят. У нас нет соли, у нас просто нет. Так причем она есть, но у нас ее нет. Успею ли я? Так, надо соль ускорить. А соль не ускоряется. 6 секунд, я не успею. Нет, я успею. Отлично. На последней секунде практически. Фу. Ну, вроде все норм. Перебор по курице. Главное, чтобы там Чика не пришла. Я просто не знаю, что надо сделать, чтобы она пришла. Может, она и вообще не приходит к нам. Супер. Соль есть, все есть. Фу, ну это прям жестко, ребят, это прям реально жестко. Так, робот, давай не надо, пожалуйста, нет, вот пожалуйста. Уходи за своим планшетом, у меня тут другие заказы. У меня и так вот ресурсов мало, ты еще до меня докапываешься. Но мы должны это пройти, ребят. Ставьте ваши лайки, чтобы мы наконец-то закончили эти смены с газировками, они реально меня уже бесят. А прикинь, так записать отдельное видео, где 5 раз мы проходим режим газировки. Это же с ума можно сойти. Это же реально можно сойти с ума. Это супер скукотища, скукотинская будет. Так. Ну, вроде всего много, всего хватает. Отлично. Сколько мне еще банок туда надо засунуть, чтобы мы победили? Так, соль. Отлично. Ну, вроде есть, вроде есть. О, тяжело, тяжело. С этими банками, потому что надо все успевать вовремя делать. А если не успел, то и не съел. Тут даже пожрать нечего, тут одна вода. Одни напитки, одни газировки. Всем приятно видеть, кто кушает. Вот если ты кушаешь, тебе повезло сейчас. Я задолбался уже наливать эту газировку. Так, ну вроде все починено, уже хорошо. Кроме курицы, конечно. Конечно, кроме курицы. Так, кофе перебор. О, но это трэш, ребят. Вроде бы всего хватает. Надо еще бы немножко ускорить курицу, потому что ее нету. Так. Отлично. Отлично. Так, а сейчас надо слить лишнее соль и лишнюю лимон. Все. Так. Ну давайте. Готово. Сколько еще этих кружек надо? У меня все посломалось. У меня, блин, все посломалось, но хотя бы роботы не бесят меня, не приезжают со своими заказами тупорылыми. Уже хоть что-то полезное, смотри, все. Я даже не знаю, с чего начать. Сломалось абсолютно все. Нужна курица еще одна. Я пытаюсь ее починить, но пока что. Пока что успеха нет. Я надеюсь, он не покажет мне табличку сейчас. Я не понимаю, курица там застряла, что ли? Курица, блин! Одной не хватает, ну что за говно? Так, ладно. Это мы сольем. И у нас не хватило времени. В смысле, робот? Тихо, 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 тревога, 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 робот пришел. Почему-то курица не доделалась, я не знаю, в чем проблема. Можно совершить 3 ошибки, насколько я знаю. А после 3 ошибок будет смерть. Поэтому нам нужно выжить. Может быть, все, хватит мне заказов уже. Хватит с меня ваших заказов! Ё-моё! 3 курицы! Хорошо, у меня есть 3 курицы играть, тебе повезло. Я копил эти 3 курицы всю игру.
Фу. Когда это кончится? Когда это кончится? Я уже задолбался, реально. Сливать, заливать, переливать, наливать. Из меня так получится хороший бармен. Курицы нет, ребят, курицы нет. Ни одной! А мне надо три! Блин, надо три курицы, у меня ни одной нету. Спокойно. Я не успею. Я не успел. Я не успел. Все, заказ просран. Класс. У меня две ошибки, осталась последняя. И как мне играть-то теперь? Ребят, последняя ошибка геймовера. Последняя ошибка геймовера. Ставьте лайки, чтобы мы смогли выжить, ребята. От этого зависит все. Все зависит от ваших лайков. Офигеть. Фу. Соль. Как раз три соли. Как раз три соли, спасибо. Так. Все, соли нет. Если что, соли нет, это плохо. Соли просто ноль. Так, оттуда она не нужна. Ага. Супер. Сахар, кофе, лимон. Все есть. Пофиг на соль. Давай, быстренько засыпаем, наливаем. Все красиво. Отправляем. О. Какая душнилова просто. Все, смена закончилась. Неужели мы прошли все режимы с газировкой, ребята? Я так счастлив. Нам дали голову робота. Зачем мне голова робота? Почему не могут дать что-то нормальное? Подарок? Вот, спасибо, подарок. Наконец-то. Наконец-то что-то нормальное. И кто, и что там будет? Чего? Голден Фредди, ребята! Я нашел трансформеров на вплее, офигеть! Это же Голден Фредди! Супер, это лучший трансформер в истории трансформеров-аниматроников. Вот он, смотрите. Он трансформируется во FNAF-плея. Классно, да? Блин, ну это прям имба, ребята. Вот не зря мы наливали эту газировку, ребят, не зря. Поставлю его в серединочку, пусть он тут стоит. И, типа, самое главное, аниматроник. Красота какая! Ой, все, я рад очень сильно. Так, там еще голова бота лежит. Зачем она мне нужна? Башка, дай пирожка. Так, я могу надеть на себя голову бота. Класс. Теперь я стал ботом. Какая тупизна. Так, ну, в принципе, осталось еще парочка режимов. Я думаю, в следующих сериях мы уже будем заканчивать с игрой. Мы пособрали почти всю коллекцию аниматроников трансформеров и наконец-то прошли все уровни с газировкой. Поэтому увидимся в следующей серии. Режим с DJ Music Man мне очень понравился, потому что на этот раз он был реально криповый и страшный. Было жутко с ним тусить, но было круто. Надеюсь, ролик тебе понравился, и лайк свой ты уже поставил. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи и всем пока!